Пользователи социальных сетей обсуждают фотографию из 1980-х. На ней видно фотографа и портрет девушки, подозрительно похожей на певицу и телеведущую Ольгу Бузову. Снимок и коллаж разместил на своей странице исполнитель Степа Марсель, которого удивило сходство изображенной девушки с Бузовой. Либо Ольга Бузова путешественница во времени, либо она всегда была на планете Земля, а значит она бессмертная, отметил музыкант. Выяснилось, что снимок сделал фотограф Игорь Стамахин в 80-х годах в Москве. Поклонники звезды сделали предположение о том, что телеведущая путешествует во времени.